прямо сейчас бренд Симона представляет главный товар дня. Это куртка Николь. Самая новогодняя цена. Это эксклюзив только для телеканала Шопеншоу. И при этом у нас лучшая новогодняя цена. У нас за всю зиму такой цены не было на верхнюю одежду. Зимняя куртка, зимнее утепленное пальто. 3999 рублей. Представляет главный товар дня Микола Комендров. Слушай, Микола, ну у нас, правда, разные были модели, но вот такой удобный я вижу впервые, честно говоря. И, конечно же, конец 2022 года завершает один из самых уже крупных брендов и достаточно уже за маленький срок поднял свой статус. Это бренд Симона. Поэтому главным предложением дня становится именно творение этого бренда. Это изделие действительно поистине очень удобное и дистанционно безопасное. Ведь его крой, его конструкция дает возможности плавать в размере, а значит выбрать именно тот, который вам больше всего подойдет. Базовая куртка не выйдет из моды, а это значит, что это не потраченные деньги впустую. Это изделие, которое вам будет именно трудиться и работать с вами, существовать десятилетиями. Конструкция свободного теплого капюшона. Форма у нас с вами летучие мыши. Скрытые карманы на скрытых молниях и двойная реверсивная молния основная. Также основной фишкой бренда Симона является отсутствие обычного подклада, а второго стеганого полотна внутри. Поэтому в два раза больше тепла. Это значит минус 25, минус 30 градусов. Куртка легко выдерживает при этом в нулевую погоду за счет свободного кроя с легким джемпером. Носится тоже идеально и в ней не жарко. Да, выбирайте свой цвет. Наша Ольга-блондинка выбирает для себя яркий красный оттенок, цвет нового 2023 года, как говорит Микола. Наша Ольга-брюнетка выбирает для себя капучино. У нас есть цвет, внимание, фисташковый, очень вкусный оттенок, как фисташковое мороженое. Очень вкусный цвет, такой, знаете, прям приятно смотрится. Далее изумрудный хвойный оттенок, как раз сейчас в тему Нового года. Капучино, который как раз выбирает наша вторая Ольга. Знаете, такой теплый, согревающий оттенок горячего кофе. Бежевый, пустынный оттенок. Темно-синий цвет, который выбираю для себя я. Где мой пальто? Кстати, сейчас мы его найдем. Под цвет брюк другой дадим. Да, и цвет хаки. Посмотрите, какой благородный оттенок. Смотрится очень дорого. Черный, классический, который всегда прав, как говорила Коко Шанель. Внимание, цена, которой не было никогда в течение всего года. Вы знаете, мы целый год работали для вас, выбирали самые выгодные предложения, но именно в канун Нового года решили сделать вам подарок и сделать максимальную скидку на утепленное пальто-куртку Николь. 3999 рублей. Добавьте, например, брюки, добавьте блузку, добавьте платок, если он остался, и, конечно, вы уже получаете бесплатную доставку. У нас за первый эфир было продано 523 куртки Николь, представьте, а у нас впереди остается только два прямых включения, поэтому может закончиться в любой момент. Звоните прямо сейчас, успевайте. Давайте определимся по размерам, чтобы вам было проще выбрать свое пальто. Как будем выбирать? От 50 до 62. Это стандартная линейка для бренда Симона, то есть от 50 до 62. Данную куртку можно смело взять в собственном размере. Получите эффект куртки с конструкцией летучей мыши оверсайз. Хотите чуть меньше прилегания? Точнее, больше прилегания, возьмите на размер или на два меньше. И также можно смело, если вы любите гипер-оверсайз, как я, выбрать ее даже от своего размера на размер больше. Повторяюсь, размер в размер, на два или на один размер меньше, и можно брать даже на размер больше. Да, то есть главное успеть дозвониться прямо сейчас, потому что, знаете, когда мы говорим о теплой куртке, но при этом легкой, в котором действительно не жарко, потому что, вот, например, ну, иногда бывает, одеваешься, колготки надеваешь, теплые брюки, сверху пуловер, шапку, пока застегиваешь ботинки, ты уже весь мокрый. И надевать на себя тяжелую шубу уже не хочется, потому что ты понимаешь, что ты просто весь взмокнешь. Да еще и сумки, которые мы несем, еще и неудобство идти по льду, когда мы все в напряжении. Вот в этой куртке Николь будет настолько комфортно, потому что она легкая, выглядит очень эффектно и солидно, и при этом не прибавляет нисколько нам лишних сантиметров. Звоните прямо сейчас. 3999 рублей. Это цена последнего дня уходящего года 2022. Не пропустите эту удачу и сделайте свой первый заказ. Правда, знаешь, Микола, она легкая. То есть я ее не ощущаю на себе абсолютно, но при этом я знаю, что она меня согревает. Да, я тоже решила ее примерить для того, чтобы, как говорится, если уж говорить, то ощущай на себе. Да.
Да, действительно, за счет именно вот этой конструкции очень легко двигается, прокачивает воздух. Тебе хорошо. Кармашки нанесены. Многие спрашивают, действительно, пальто, такое, знаете, вот я помню, в 90-х примерно были такие, да фасоны? Макинтоши. Да, но они такие были прям вот стильно, мы их носили с джинсами, да тогда, с такими ботинками. С чем будем это пальто носить? Так как это у нас с вами пальто по факту нейтральное, да, то есть это просто базовая конструкция, лишена лишних каких-то декоративных деталей, все достаточно очень... лаконично, это значит подходит у нас с вами к любому образу. То есть здесь может быть строгий костюм, здесь может быть вечернее летящее платье, здесь может быть базовая одежда в casual и мягкий спортивный костюм. То есть обувь тоже неважно какая. Это могут быть сапоги, ботильоны, ботфорты, чулки, это могут быть грубые ботинки на плоском ходу или на платформе в виде тракторной конструкции. Это могут быть дутики, это могут быть стеганые кроссовки на меху и так далее. То есть здесь границ нет. Как я уже сказал в начале презентации, данные изделия – это не выброшенные деньги на ветер. Смотрите, а наша Ольга сочетает еще и с перчатками Рейра. Они стоят 999 рублей, здесь натуральный мех. Правда, знаете, у нас 30 пар таких перчаток всего есть в наличии, поэтому бордовый, розовый, серый, черный оттенок – это единый размер. Закажите себе на подарок, вот сделайте себе. Потому что вот мы разговаривали с девчонками сегодня, все вроде успели сделать до Нового года. Подарки всем купили, запаковали, а вот себе подарка не сделали. Вот а перчатки, идеальный подарок. Вот у вас есть, например, куртка, вы сегодня не забираете куртку Николь, возьмите перчатки. А с курткой Николь это идеальный вариант, опять же. Да, у нас с вами данное изделие очень хорошо, видите, миксуется как с меховыми перчатками. Также могут быть там и стеганая модель. Головные уборы сюда подойдут любые. А если даже не любите головной убор, всегда делайте красивые укладки, пожалуйста, есть капюшон. Достаточно глубокий, хорошо размещается в портретной зоне, при этом ее не перекрывает. То есть он сделан в очень так форме элегантной. Мелкая стежка у нас с вами, которая такая средняя, точнее, стежка зигзагообразная. Сама конструкция пошита очень интересно. То есть передняя полочка плавно перетекает в заднюю. То есть там можно посмотреть, как у них покроена у нас с вами конструкция. По факту данная куртка – это такая, знаете, омаж, отсылка знаменитого пальто «Кокон» Кристобаля Баленсиаги. Слушайте, смотрится, конечно, просто шикарно. Звоните прямо сейчас и к деловому костюму, и к элегантному платью. Вот юбка бортфорта одевает наша Ольга. И к с брюками. Выбирайте свой цвет. Размер вы можете выбрать абсолютно легко, потому что здесь уже вы не ошибетесь. Это абсолютно безопасная дистанционная покупка. 3999 рублей. Такой цены у нас не было никогда за весь год 2022. Впервые такая цена у нас, премьера цены, но хочу сразу сказать, что такой цены у нас и не будет в новом году. То есть успевайте прямо сейчас, пока она растаяла от наших горячих сердец к Новому году, успейте заказать свою куртку, свое пальто. Николь, кстати, до скольки градусов она будет нас согревать? Данное предложение у нас с вами можно носить в любую погоду. То есть его самое максимальное выдерживание морозов – это минус 25, минус 30 градусов. В нулевую погоду вы просто пододеваете самую легчайшую одежду. За счет именно вот этой воздушной подушки, которая складывается между конструкцией изделия, вам будет комфортно от нуля до самого высокой температуры, то есть в среднем минус 25, а так до минус 30.